Всем привет, уважаемые други мои! Сейчас настал для меня момент истины. Вот вы видите. Такая вот коробочка ко мне попала. Вот написано: не комплект, нет аккумуляторной батареи, нет зарядного устройства. Но суть не в этом. Суть в том, что я сейчас приобрел вот такую вот замечательную беззеркалочку Sony Alpha A6000. То есть я стал по своему техническому оборудованию также вооружен, как главный предводитель кештымских карликов Ономас, потому что у него тоже Sony Alpha A6000. Вот такая вот, как ее, беззеркальный фотоаппарат такой вот. Такая вот беззеркалочка, такой вот беззеркальный фотоаппарат. Sony Alpha A6000. Тоже у этого Ономаса такой же фотоаппарат. Так, ну теперь буду комплектацию ее смотреть. И заодно проверю, рабочая она или нет. Продали мне ее всего-навсего за 26 тысяч рублей. То есть недорого. Сами знаете, что она сейчас стоит где-то порядка 44 тысяч рублей в Ситилинке, в Эльдорадо, в М-Видео. Вот такая вот с ней макулатура идет, шла. Вот такая вот Sony Alpha A6000. Вот, E-Mount. Немного помятая, но это не суть важно. Никто эту макулатуру не читает. И вот самая такая вот вещь. Основная, крутая. Вот вы видите, да? Достаю. Вот такой вот фотоаппарат. Вот. Вот такой вот фотоаппарат. Вот. Замечательный фотоаппарат. Вот тут вот видите, у него наклейка. Здесь это экземпляр такой. Последний я разобрал. То есть это был экземпляр с этого, как оно называется, с витрины. Витринный экземпляр. Вот я последний экземпляр забрал. Вот такой вот фотоаппарат замечательный. Вот. Такой вот замечательный фотоаппарат. Сейчас я его проверю. Сейчас я его проверю. Работает он или не работает. И заодно сделаю один фотоснимок. Ставлю туда карту памяти какую-нибудь. На 32 гига какую-нибудь. Какую-нибудь карточку памяти туда вставлю. Да вот, на 4 гига вставлю карту памяти, вот такую. И так, вот так вот я присаживаюсь. Вот. Переворачиваю вот так. Аккумулятора тут нету. Вставляю свой аккумулятор. Вставляю свою карту памяти. А дата, как тут ее правильно вставлять, вот так вот. И делаю фотоснимок, включился фотоаппарат, выбор часового пояса, вот. Так, что тут? ГМТ плюс один, Берлин, Париж, Хельсинки, Каир, Москва, Найроби. Вот, выбрал. Летнее время выкал. Задам время. Так, месяц сейчас. Так, видно там? Видно. Месяц сейчас 8. Число сегодня. Сейчас посмотрю, какое. 23-е. 22-09. Так, 23-е число. А, нет. Вот, 8-й месяц.
Вот здесь вот 23 число. 23 число. Вы видите, нулевый полностью фотоаппарат. Видите, тут у него даже часы не идут. 18 год. 18. Время 22 часа. 0,9 минут. 0,9 минут. Ладно, поставлю 10 минут. Все. Вот. Да. Вот. Так. И делаем снимок. Ну, короче, все ясно. Работает фотоаппарат. Все тут ясно. Все работает. Все нормально. Вот так вот все работает. Так. Вот этот фотоаппарат пока сюда уберу. Что тут еще в комплекте было? Еще в комплекте зарядка была. Вот такой вот ремешок Sony был. Вот. Потом что еще было? Розетка какая-то. Розетка непонятная. Для другого этого. Для европейского, по-моему. И вот такой вот этот. Наглазник, который вот сюда вот надевается. Вот сюда вот он надевается. Вот. Все. Так что такие вот дела. За 26 тысяч, там примерно 25 тысяч 900 мне оно обошлось, если точно посчитать. За 25 900 вот такой вот фотоаппарат замечательный. Какой тут у него цвет? Такой серебристый цвет, такой. Серебристо-серый цвет. Так что вот такие дела. Так, я надеюсь, вы за меня порадуетесь. Если хотите подписаться на мой канал, то подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Теперь я буду снимать вот на такой компактный фотоаппарат, а не на громоздкие зеркалки. А на этом я с вами хочу попрощаться. Всем счастливо, всем goodbye.